Я хотел бы сегодня с вами поделиться. Вот я приехал сюда и вспоминаю эту территорию, которая в далекие 2000-е годы, здесь старшее поколение помнит. Здесь достаточно такая маргинальная, деградированная территория, ну прямо так сказать. За вот эти 10 лет мы смогли превратить эту территорию в общественное пространство, где можно отдыхать, гулять с детьми. И вот сегодня замечательное событие, мы создали современную спортивную площадку. Пользуйтесь, радуйтесь. Играйте, соревнуйтесь. Всех, друзья мои, с замечательным праздником открытия этой площадки. Желаю всем вам здоровья, успеха и радости. Ура!